Утомительное ожидание в бесконечных очередях теперь в прошлом. Новое приложение госуслуги «Дом» упрощает жизнь собственникам жилья. Оплата коммунальных услуг, передача показаний счетчиков, участие в общедомовых собраниях, направление заявок в управляющую компанию. Все это можно сделать в пару кликов, не выходя из дома. Войти в приложение можно под учетной записью на госуслугах. Она должна быть подтвержденной. Скачивайте приложение мобильное. После вы переходите по инструкциям в мобильное приложение и уже непосредственно пользуетесь всеми благами, которые вам предоставляет данная платформа. Получать сведения об аварийных ситуациях или отключении коммунальных услуг в любом доме можно в режиме реального времени. Минцифры и Минстрой России, а приложение разработано при их участии, очень бдительно контролируют этот процесс. У нас 2 еженедельные совещания по внедрению и популяризации вот этого мобильного приложения. Участвуют все 85 субъектов Российской Федерации. Данные, которые не обновляются, допустим, по тем или иным ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, они выносятся на повестку вот, совещания и с каждым субъектом отрабатываются отдельно. То есть, соответственно, что каждая управляющая компания и ресурсоснабжающая организация должна своевременно носить данные о своей работе, мобильное приложение. По данным Минстроя, коммунальные услуги в приложении уже оплатили на общую сумму 6,5 миллиардов рублей. Сейчас умным приложением по всей стране пользуется более 5 миллионов, в регионе же более 1000 человек. К концу года планируют повысить количество пользователей до 4000, отмечает начальник отдела ЖКХ Лина Барахоева. Посмотреть вообще даже можно, согласно пункту 12, кажется, жилищного кодекса, вы можете посмотреть, что сделала ресурсоснабжающая управляющая компания вашего дома, какие она решения были приняты ею и куда вы потрачены ею деньги. Минстрой и Минцифры России присудили Ингушетии награду в номинации «Взрывной рост. Лучшие показатели за короткий срок» за большое количество пользователей в мобильном приложении госуслуги «Дом». Напомню, что скачать его можно в App Store или Google Play. Амина Зязикова, Муслим Арчаков, Магаз-24.